Я слышал. Миколаев? Запоріжжя, чекаємо на Запоріжжя. Сім посадок. А у нас ще 47 минут, ще 20 минут. Куди? А вже десяту? Где, бля, красная, наша красная дорожка-то? Красная дорожка. Где хлеб, соль? А, хлеб, соль будет дальше. Так, сюда. Может, никуда не поедем? Ой, тут ребенок, короче, будет, наверное, реветь всю дорогу. Нет? Ребенок взрослый. Уже начинается. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Смотри, я насвинячился. Едем, едем в соседнее село. На дискотеку. Я насвинячил в новом поезде. А ты как залез на свинячу? Не супер. Исправлю дефект. Сейчас исправлю. It's okay, Ukrainian village. Идеальное место для камеры. Ну, так а что ты снимаешь? Ukrainian village? Нам знаешь, что надо? Сейчас.
посмотреть по карте, где же та гребля находится, слышишь? Надо сейчас по карте посмотреть, где та гребля. Особо нечего. О, смотри, он карьер глиняный, прикинь. Тут особо ничего снимать. Природа, широкополе, Погланы, Гаи. О, корова. Две коровы. Да, блин. Матушки коровки. Дивись, я знову не гритовська танчує. Да, не говори. Электростанция, конечно. Леса так мало, смотрю. Нифига не видно. Растительных кинов. Буйность, буйность, буйность. Растительность. Морские вода. Бля, красота какая. Гидропарк. Посмотри, какие дома интересные вон стоят. Какие-то как пирамиды, да. Посмотри, какая зеленая вода вообще-то. Ой, да, она тут вообще расцвела. Бля, это пиздец. У нас в Киеве даже такого. Да. Обзор жрачки. Обзор жрачки. Будем. У нас обзорить. Есть сырники. У нас есть печенье Орео. 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 Есть булочки с повидлом и есть сыр, которого много очень. А, сырочек. Сырочек, да. Его очень много, а хлеба мало. Ладно, короче. Поэтому надо сырочек доставать и намазывать на хлеб. Ему
Ему котик. Сырочек. Котик, украинский. Смотри, сыр твердый, кома. Кома. Видишь, кома. 29.74. 74. Режем ножом швейцарским, настоящим. Ага, Виктория Оникс. Классный ножик, мы его сейчас рекламируем, будем продавать. Да, будем сейчас. Скидка сколько? Нисколько. Нисколько. Ну, скидка есть. Нет. Нет, ну ладно. Скидки нету. Наше общество. Булочка-малятка украинская. Ой, ой. Сейчас бы еще микроволновочку, сырочек да, туда и вот подогреть. Да. Так, так а можно подмышку положить просто и под возле окна посидеть, как раз приедем в этот в Запорожье, будет горячий. Ну, вон туда. Туда, да, и будет горячий бутерброд. Жара неимоверная. В Киеве такой не было в этом году. Да? Не было. А, блин, 21, 23, а тут, тут 30, 40, 40, 45, 40, я чувствую, наверное. Рукой, вот, горела рука уже. Там вот, уже почернело, все, да. Вот, черная, черная, вот, как браслет. Очернила, очень темный, бутерброды. Короче, давай обзор бутерброда, ты его должен жевать. Обязательно. Проживать и сказать. И сказать пиз животным. Я против этих убийства. Против убийства. Просто нас. Да. Ты тоже против убийства. Приятного аппетита. Сегодня в студии мы покажем вам краткий обзор передачи «Смак» не с Андреем Макаревичем. Нет. Да, сегодня без сегодня, него. Сегодня нет него. Он остался там где-то. А. Позади кулис. Он переехал. Да. Ему в Днепре не понравилось. Говорит, вода зеленая очень. Так, пошел, давай. Пис из Greenpeace, короче. Из Greenpeace. Будем он. Будем, а гей, гей. В том смысле, ну, вот такое. Не, гей-гей. Не гей-гей, а гей-гей. Мы же украинцы. Да, да, да. Короче, вкусная булочка, малятку. Классно. Заходит, как эти, перепелы в ананасовом соусе. Да. Главное представить, что это перепелка, да. И но мы вегетарианцы, поэтому мы не едим мясо убитых животных. Да, мы только представляем, что это мясо убитых животных. Мы едим только экстракты их выделений. При этом выделение коровы. Ну, в общем, понятно. Короче, нормально, вкусно, да, все, обзор закончен. Я иду вообще, я вообще, я... Да, зеленая, зеленая вода. Короче, купаться мы не будем. Я плавки брал. Ну, реально зеленый. Ты плавки брал? Нет. Я шел. Мог разиться. Не прогресс. Хуя ты потратил. В глазах потемнело. А потом кубка, маргаритка, приёба на бацилла. Давай. То, чтобы нас не преследовало всякое. Будь мокрый. Всякая бацилла нечиста. Да, понятно, не да. О, это... От Будьмо. Будьмо. Берешься? Да, что? Все.
просто в Ютубе очень модное видео жевать, прям в камеру жевать, вот так вот. Ага, да. И чавкать. Все хорошо. Такое вот. Да. И сорбать. Бери сырницу. Что ты все снимаешь? Да, типа ничего. Ой, мусор какой-то. Ой, мусор. А дальше красиво. Это домики. Там море. Поехали в Бердянск. У нас сегодня хотят. Да-да. Ой. О, ура. В Запорожье. Запорожье. Надо сфоткать вот эту нас. Наконец-то мы приехали. Правда, нас не ждали, но мы приехали. Так, а куда мы идем? Мы идем фоткать нас. Запорожье. Мы его в Запорожье. Да-да-да.